backyardy! Только в этом ролике ты можешь наблюдать добычу ресурсов посередине океана! Только в этом ролике ты сможешь наблюдать за самыми жестокими сражениями с акулой! Только сейчас, только здесь и только на канале Эдисона! Рафт! Выживание с акулой Анжелой! Разве акула так делает? Неважно. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашего выживания посередине океана. Меня тут забыла мама и не хочет меня забирать домой в рафте. С вами здороваюсь я, с вами здоровается Анжелка, и сегодня... Бочку не просрал! Нет, все же просрал. Я не буду за ней плыть, потому что Анжелка мне 100% в жопу откусит в этот раз, поэтому я не буду за этой бочкой плыть. И, ребятки, Ладно. Как эта фигня прижимает, а? А на самом деле, спасибо тебе огромное, то, что поставил под предыдущей серией лайкусики. Мы с вами набрали больше, чем 30 тысяч лайков. И эта серия выходит только благодаря тебе, моё. Поэтому, если хочешь видеть еще одну новую серию выживания на плоту посередине океана, ты знаешь, что нужно делать. Влепи, пожалуйста, огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик. Ребятки, давайте наберем 25 тысяч лайков. Я прям, вот прям, слово капитана Джека Воробья, вот прям, я за него ручаюсь. Если набираем 25 тысяч лайков, сразу же выходит новая серия. Клянусь бочкой рома. Ребят, вот честно, вот скажите, вы скучали по этой жопе? Где эта жопа с плавниками? Где? Вот скажи честно, ты скучал по Анжелке? Вот она. Я знаю то, что скучал, а? А, вот ты, жопа с острыми зубами, плаваешь тут возле меня. Я надеюсь, что я хотя бы когда-нибудь да смогу ее завалить, убить, или не знаю, что с ней сделать, потому что на самом деле она меня уже заколебала. Это Анжела. На самом деле, планы на эту серию прям очень-очень-очень большие. Какие планы на эту серию? Не сдохнуть. А я уже умираю, как видите, от голода. Анжелка чувствует то, что свежее мясо на подходе. То, что я сейчас откину свои копыта, да, от голода. И то, что Анжелка меня захавает. Пошла в пень! Это мое. Сейчас мы похаваем, дайте я бочку. Я все же надеюсь, то, что бог моря Посейдон в этой серии меня услышит. И преподнесет мне дар. Бочку с бухлом, а не с хламом. Или с чем там еще, с бухлишком. Пожалуй. Что-то мне пока не везет. Забираем эту скумбрию. Я ищу сибаса. Ну, возможно, мне когда-нибудь рыба сибас попадется, я не знаю. На данный момент у меня больше рыбы нет, поэтому нужно, опа, порыбачить. Надеюсь, то, что я сейчас Анжелку вытащу записку. Ну, в смысле, вытащу акулье мясо. Опа, рыба! Что это такое у меня тут? Что это? Сырая селедь. Это селедка, что ли? Почему она такая маленькая? Едрить Мадрид! Ты что меня пугаешь? Ребят, я забыл наушники надеть. Это не... Сволочь сутулая! Ты что с моим потом делаешь? Заразена-то такая! Анжела! Я думал, мы с тобой семья! Ну чё-то, как я вижу, ни хрена мы с тобой не семья! Сволочь-то такая! Так! Ща я плот в 38 раз увеличу! Будет у меня дом огромный! И больше ты сюда не подберешься. Смотрите на эту заразену. Дай мне рыбу словить. Тихо! Не знаешь, что на рыбалке нельзя орать. Плот какой-то! Моя рыба. Так, дайте я вот эту селедку захаваю. А вот эту пожарю. Сырая типолити хрени чилибири какая-то рыба. Рыбка жарится. Дровишки кидаются. Водичка есть. Все, зашибись. Жизнь... Удалась бы, если бы я не находился посередине океана, и возле меня не плавала бы акула. Вот тогда жизнь была бы прекрасна. А так мне жопа, да, Анжелка? Так, тут можно скрафтить весло. Опа! Весло! Так, ай-яй-яй-яй-яй! Поплыли, ёпты! Спасите меня, пожалуйста, капитан Барбоса! Чё ты такое скоростное, матушку твою? Стой на месте, стой! Это форсаж!
Остановитесь возле обочины, лейтенант Эдуардо Перетьяно! Предъявите ваши документы, куда разогнались так быстро? Да ёханый ты бабай, я не буду тебя преследовать всю свою жизнь, иди сюда. Иди, да, 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 я просто заберу, что у тебя там есть. Вот просто, вот просто. Вот, поднял, 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 все, больше ничего тут нет. Опа, перепрыгнули обратно. Все, сейчас можешь... Ты что, тонешь? Ты что, тонешь, мать твою? Я просто сундук забрал. Я просто сундук забрал. Я не хотел тебя убивать. Анжелка, ты это видела? Ты это видела, Анжелка? Я могу официально считаться пиратом! Я судно с этого момента топить буду! Ха! Та-та-ра! Ну я еще та злая жопа! Я не знал то, что я владыка этих морей! Даже сам Посейдон не сможет со мной тягаться! Так, у меня есть сырая свекла. Что я могу сделать, ребят? Я могу сделать клумбу. Маленькая грядка. Могу. Смотрите, где мы будем ее сажать? Наверное, где-то вот тут. Опа. И... Опа. Прекрасно. Я ее еще сожрал. Я не хотел ее жрать. Я хотел ее посадить. Вот. Прекрасно. И сейчас, как я знаю, нужно полить водичкой. Поливаем. Опа, водичкой. Прекрасно, прекрасно. Так, не просрать бы, не просрать бы, не просрать бы. Не просрать бы, не просрать бы всю свою жизнь. В плане то, что там... Собака! Ты меня укусила! Да, дай мне забраться, ядрит Мадрид. Она меня за сраку. Я все же знаю. Я знал то, что рано или поздно это случится. Но я не думал то, что так рано это случится. Она меня укусила, сволочь. Иди сюда. Иди. Я тебя когда-то угрохаю, Анжела. Честное слово. Иди в пень! Дай мне воду попить спокойно! Заколебала! На! Не, мы с ней точно никогда не поладим. Я вижу остров! Я вижу остров! Я вижу остров, ребята! Остров! Люди! Вызывайте геликоптер! МЧС! Или хотя бы пиццу мне закажите! Я заколебался одну рыбу жрать круглыми сутками! Давай, давай, пожалуйста, пожалуйста, плыви! Давай, греби, греби, веселка, давай, давай, давай! Пожалуйста, 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 я знаю, сильное, сильное течение, давай, 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 родной мой, давай, 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 в эту сторону, давай! Пожалуйста, 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 давай! Так, якорь, якорь, якорь! Все! Ага. Ты шо, курица? Ты мою свеклу хотела украсть! Прикиньте, я даже не знал. Нужно скрафтить топор, потому что тут много деревьев, которые можно срубить. Я могу скрафтить топор. Мне нужно 4 веревки. Скрафтили топор. Просто прекрасно. И сундучок. Маленькое хранилище. Также мы с вами это скрафтим и положим его, допустим, вот так вот. Замечательно. В это хранилище мы с вами сложим картофанчик. И, в принципе, на данный момент больше ничего. Я надеюсь, когда я пойду на этот остров, никто не нападет на мой плод, ни Анжела, ни чайки вот эти проклятые. Фу, фу. Дайте мне лук, пожалуйста, я ее подстрелю сразу же. А я смогу вот так карабкаться, как... Я, конечно, одно не рассчитал. Опа, нифига себе, я прям Маугли. Как? А как мне туда запрыгнуть? Опа, забрался! Она... А, Анжела, собака! Собака, я тебя сейчас закудахтаю! Чё вздумала себе? У меня Топо... Парш, еще я не могу понять, что за охота на меня открылась, то... Проклятая Анжела, чайка, так у меня еще и копье сломалось. Ананас, доска, пальмовый лист, что с него падает? Доска, доска... Все, только доска! Пам, что по... Кокосы падают, ни хрена себе! Так, там чайка ничего мне не делает! Не грызет, хорошо, молодец, чайка. Манго, манго! Отлично! Мы тогда еще тут и хавчиком просто отлично с вами запасемся. Курица, матушку твою. Иди! Почему меня никто не любит, а в этом океане? Давай, еще ты, давай, укуси тут что-то. Давай, давай! В большинстве случаев на таких островах есть такой же сундук, как был на том корабле, который я, конечно, ограбил и потопил, как настоящий пират, да? Как Джек Воробей. Я буду следовать его примеру. А тут у нас нифига нет. Ну, ладно. Зато я могу тут собрать камень, могу собрать хлам и могу собрать глину, песок. Да ты заколебала, курица летающая! И могу собрать железо. Только как мне это сделать, если это блоха вонючая, плавучая, с плавниками?
вот шастает вот тут целыми днями. Хорошо, я вижу, там есть хлам. Вот тут есть хлам. А тут тоже хлам. Давайте, давайте. Давай, 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 быстро! Вот этой фигней нужно добывать. Ай-яй-яй, как сложно, как сложно. Она мне сейчас точно пятку откусит. Я просто уже это чувствую. Я чувствую, как близится смерть. Как смерть уже прям... За моей задницей находится! Я прям это чувствую, что я... Песок. Еще кислород кончается. Кислород. Давай, миленький мой, давай, прыгай, запрыгивай. Ху! В этот раз я спасся. Ладушки, камень. Мне нужно... Ай! Ай, акула! Акула! Акула по мою душу вернулась! Проплывает тут дальше. Ты где? Все, молодец. Я пошел дальше добывать, что это такое. Давай, песок, глина, давай. Только не кусай меня, пожалуйста. Это... Ты заколебала! Пожалуйста, не кусай меня. Анжела! Анжела! У меня еще один укус остался. Еще бы один укус, я бы начинал всю игру заново. Все, я больше в воду никогда не отправлюсь. Все, изучаем моллюска. Можно изучить птичье гнездо. Можно. Не знаю, зачем оно мне. Ну, отлично. Парус. Я могу парус сделать? Могу парус сделать. Прекрасно. Делаем парус и ставим парус примерно вот... Вот сюда. Опа! Парус есть! Навстречу ветрам и занозе в заднице! Сделаем себе стул. Стул сделали, опа, и поставим стул где-то вот тут, чтобы этих куриц крылатых отпугивать, заколебали. Сесть, все. Отлично, какой красивый закат, только темно. Кстати, я же могу еще встать, ага, встать. Я же могу еще фонарь скрафтить. Фонарь, что мне нужно? О, помогу. Фонарь, который будет светить. Фонарь светит, все логично. Поднять паруса! Спустить паруса! Убить эту дрянь плавучую! Похаваем! Что это? Морской лещ! Опа! И поставим скумбрию. Или кто это? Селить. Давайте тилапию вот эту. Не знаю, что. Терапию поставим. А-а-а! Ты заколебала! Ух. Ты сдохнешь когда-то? Ты когда-то сдохнешь? Я уже тебе столько раз нашпиговал копьем между глаз, ты до сих пор выпендриваешься. Ладно, если бы не Анжела, если бы не вот эти чайки проклятые, ну, в любом случае, тут есть я, тут есть вы, тут есть стул, что самое главное. Анжела, как всегда, тут, без ее компании нам не обойтись, поэтому я могу сказать то, что луна светит, значит вечер у нас прекрасный. А он будет еще прекраснее, если ты влепишь огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик. Ребятки, если мы наберем 25 тысяч лайков, как я уже сказал, сразу же выйдет следующая серия, я прям обещаю. Поэтому не поленись, пожалуйста, поставь лайкусик, мы с вами будем заканчивать. Если хочешь следующую серию выживания на плоту, ставь лайкусик прямо сейчас! И новая серия не заставит себя ждать. Спасибо огромное тебе за просмотр. Всем удачи и всем пока.